Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Тарам-ба-дари-ба-дари-да-да-дам, дари-да-да-дай-да-да-дам, тари-да-да-дай-да-да-дай-да-да-дам, тари-па-па-па-дай-да-да-дам. Ла-л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 ам, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто да не желает. Кто привык за победу бороться? Место в рейтингу по числу просмотра мое последнее видео «Как вести оздоровление». Бах! Отлично! Важные уведомления. Ла ла на 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 да ри да та та да 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 да. Написано следующее: зарабатывайте на YouTube обзор. Монетизация на канале отключена. Наши системы и специалисты проверили ваш канал и обнаружили, что он не отвечает правилам монетизации YouTube. Значит, опасный контент на вашем канале, есть видео на спорные темы с пропагандой действий, которые могут нанести вред. Подробнее, если вы согласны. Если вы не согласны, тарадам, тарата и так далее. Значит, что я хотел бы вам сказать, мои дорогие подписчики. Ну, первое, это доброго здоровья. Мощное вчера было видео. В принципе, знаете, я все сказал, все, что хотел. Выложил информацию, выложил книги, выложил видео, как вести, выложил примеры, все. То есть проделал огромную работу, которая целиком, и в принципе она уже закончена. Ну, можно там еще какие-нибудь видосики там подбрасывать о том, о сём. Возможно, это и буду делать, не без того. И плюс еще дам ссылочку, ну, если что-то такое появится там ВКонтакте или еще там где-то там откроется канал. Ну, желания у меня больше нету там работать. И в частности, вот вернемся к этому. Монетизация на канале отключена. Да ее практически не было. Никакой монетизации, особой помощи каналу и не было. То есть это все практически делалось за счет того, что я этим горел. И выкладывал видео, делал вот эти все обзоры и так далее. То есть никакой монетизации не было. Поэтому отключена она, не отключена она. Это никак не касается. Вот, значит, насчет опасного контента я уже вам неоднократно выкладывал. Значит, появились, скорее всего, какие-то доброхоты, которые, есть вот такая функция на Ютубе, сигнализируют о том, что вот эти вот видео содержат якобы недостоверную информацию, ложную и так далее. То есть, если обратиться к ценностям западного мира, где там, как бы они говорят, приветствуется, вернее, рассказ о разных, допустим, ну, методах, хотя бы в целях ознакомления. Это ж не значит, что вы что-то там должны там делать из того, что, допустим, вот в этой книге. Эту книгу уже все, там она не будет, русский народный лечебник. Как, впрочем, и мои. Что это такое есть? Что это какая-то история? Что это еще там-то такое? То есть, какое-то сравнивание современного с этим самым... с тем, что раньше было, опыт изложения, ну, оказалось, не нужно, опасный контент и прочее. Подать там апелляцию, и все это, как бы сказать, вот этот гигант, YouTube, он тут читает, кстати, вот американская эта вся организация, в Америке находится, вот, создана с целью для того, чтобы зарабатывать, естественно, для них отключить монетизацию, это значит, ну, грубо говоря, все, разорить там автора или еще что-то, потому что, если там почитать, там, как бы сказать, правила, для чего он создан, чтобы люди приходили, чтобы люди там заявляли о себе, чтобы свои там товары и так далее, в конце концов, с целью того, чтобы что-то там получали, но я выложил 4
с лишним тысячи видосов, в некоторых случаях, я считаю, уникальных, без всякой какой-либо оплаты и теоретического, так сказать, не вижу в будущем, что это еще будет приносить какие-то деньги. Это так между нами говорят. Значит, дальше, монетизация на канале отключена, они отключили. И значит, теперь... Как бы мои действия, они мне, значит, это дело отключили, то есть они мне пожелали такого отключения. И знаете, я приветствую это отключение и желаю им того же самого, то есть что они пожелали, чтобы это отключение там произошло, чтобы там автор там пострадал или еще как-то вот это, чтобы это все, что они пожелали, вернулось к ним назад. Лично я говорю, я ничего не зарабатываю на этом, я вот там как выкладываю. Поэтому там как можно исправить ситуацию, не ситуацию, это меня не волнует. А наоборот, я понимаю, все, что не делается, это к лучшему. Я больше сосредоточусь на своем этим самом травнике, на своих вот этих воспоминаниях, мне там 70, ну и так далее. То есть, потому что ведение канала, это все-таки время, это все-таки... Это. Я не говорю, что там совсем там заброшу, если они не закроют, потому что они постоянно там выискивают, и если нашли там, допустим, 3 нарушения, твой канал. То есть то, что раньше лежало и нормально было, теперь это все это, значит, выискивается и говорит, вот это не так, это не так. И, короче, надо там прикрыть. Ну вот так вот. То есть потихонечку рубить будем. Альтернатива, если мне что-то там такое понадобится сказать, тоже будет, ссылочку я дам. Тарам-дам, тарам-дам, и все по местам, последний барата наступает. Врагу не остается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Но это еще говорит о том, что в общемировом масштабе меня признали. Который раз?